Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и сегодня мне пришла в голову такая мысль, а что наши подписчики чаще всего гуглят о нас в фиферах? О нас в фиферах, сказал так, как будто это секта какая-то. Ну ладно, давайте будем честны и объективны. Геймплей FIFA 17 уже многих заебал, поэтому приходится делать вот такой вот интересный контент. Давайте, собственно, посмотрим, зайдем в Яндекс, Google, там, не знаю, и будем чекать, какие там запросы про нас. 1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Ну чё, давайте начнем. Я думаю, начнем просто со слова фифер. Что же такое фифер? Так, начинаем. Фифер, фиферы, фиферы челлендж, фиферы FIFA 17, микс файт, бомбят, фифер ставер, вивер, виверот, панда фикс, фикс. Панда FX ВК, Twitch, арт, инстаграм, последние видеоигры. Что это такое, блядь? Что за, блядь? Ну, очевидно, что ничего такого я не найду, но что такое последний видеоигр? Кто это пишет так часто, блядь? Если это появляется тут, значит, чаще всего пишут, как бы, вот такие вот вещи. Panda FXP, покопинг, против Германа. Против Германа самый популярный. Как рисовать? Меня кто-то хочет нарисовать. Где живет? Тан-тан-тан, Panda FX где живет? Ну-ка, давайте посмотрим, может быть, написано. Опа, что такое? Но это явно не моя страничка и... Да. Всемирный день поцелуев. Какой кошмар. Как отсюда уйти? Эх, бедняги, так хотели узнать, где я живу. Но, увы и ах. FIFA. Самый дорогой состав. Но я вот по буквам чекаю PandaFX в очках. Блять. Кто это гуглит, пацаны? PandaFX в очках. Что это такое, блять? Ну, да, вот прям в очках. Прям пиздец. Очки так и сидят на мне охуенно. Стиль рисования. Почему кто-то это вообще придумал? То, что это мой стиль. Кто? Кто это придумал? Кто это, блять, пропиарил, что вот именно вот стиль рисования это мой? А чё я о себе любимом-то всё-таки? Давайте чекнем, что там пишут про акул детской одежды. Ну, я, в принципе, подозревал такое, знаете, а то в последнее время ролики редко выходят, наверное, дизайнер детской одежды. Акул бомбит, акул боятся в море не купаться. Ладно, пацаны, про акула я ничего не нашел, поэтому ехали дальше. Чувак, который ломает все ноги, падает с сотого этажа, вот этот вот опасный челлендж. Ну, вы поняли, про кого я. Гермер. Почему я написал Гермер? Ну, Германа Эль Классика, в принципе, ничего интересного не гуглят. С чего можно было порофлить. Германа Эль Классика, жизнь. Что это такое? Что такое жизнь Германа Эль Классика? Почему это кто-то гуглит? Германа Эль Классика, музыка, биография, рост, девушка. Ну-ка, найдут девушку Эль Классика. Девушка Германа Эль Классика. Окей. Следующий у нас на очереди это MC Ставр. Ставр, ай-ой, крафты. Я фифер скачать. Ай-о. Но это вряд ли касается нашего Ставра. Давайте по-русски напишем. Ставр. Ставр Т. 1700 рублей. Что это за модель танка? Нет, это какой-то триммер. Ставр триммер, блядь. Ставр. Занесло же тебя. Ставр фифер текст. Бля, вот текст, кстати, мне нужен. Я так хотел подпевать, но текста я так и не нашел. Найду ли я? Текст, блядь. Ставр инферно. Так, блядь. У Ставра еще есть песни. Что? Что, блядь? Да, я вернулся, и ты не осудишь. В каждой душе я воплями душишь. Демоны, черти, повсюду, везде. Дьявол тебя пожирает извне. Раунд! Бля, пиздец какой-то. Пацаны, я нашел целый альбом Ставра. Давайте послушаем. Можно забыть это как страшный сон. Плизики. Запросы Денчика довольно-таки унылые и скучные. Ютуб, Твич, ну, ничего интересного. Никита Куриленко, ФК Севастополь. Ага, что это значит? Вот ты спалился, Никита. Ебать, у него есть рожа классная. Эль Финито, это что такое? Возможно, это его старый никнейм. Было бы забавно. Сразу два Эля было бы в комьюнити. Эль Классико и Эль Финито. Ладно, забили на Эль Финито. Едем дальше. Максим Гутник. Посмотрим. Макс Гутник. Голос. FIFA Википедия. Нашел голос. Интересно. Но я почти поверил. Forza Resort бомбит. Самое прикольное даже у меня
самого бомбящего фифера нет в топе вот запроса бомбит. А у Forza Resort'а есть. Ебало свое завали, блять, животное нахуй. Фаворита я еще не писал, но я более чем уверен, там в топе будет вопрос, типа, а сколько ему лет там? В какой школе он учится? Да, как я и думал, тут есть сколько ему лет, я думал, что это будет повыше. Ну ладно, канал, можно посмотреть видео. Нет, блять, нельзя! Ладно, давайте доебемся до Гены Миллера. Гена Миллер, сын Алексея Миллера. Вот это да, четвертая позиция. Что, блядь, кто такой Алексей Миллер? Давайте посмотрим. Российский экономист, региональный глава, государственный деятель. Звучит неплохо. Гена Миллер в рекламе пива. Не, что-то как-то я не нашел Миллера в рекламе пива анальное. Хорошее пиво для фиферов. Кефир, фифер и его девушка. Давайте посмотрим. Какая девушка у Кефира, картинки, и мы видим, что все девушки его это фиферы. Трахни или отшей челлендж. Что, блять, это такое? В принципе, вот если бы он сейчас был бы таким, то трахнула бы или отшила? Не, ну тип, конечно, вообще охуенный. Ты бы, блядь, еще вот эту вот фотку взял бы мою, блядь, и показал бы им. Давайте почекаем тутроцев. Что же у них? Тутроц, радио, Герман, X, фаворит, трек 7 скачать. Чего, блядь? Самый горячий драфт. А что там самым горячим? Телочка, наверное, да? Я так и понял. Самое популярное это с кисками, ну... Так и надо. Очень забавляет вот это вот самый горячий драфт FIFA 17 без цензуры, блять. Кто-то реально это гуглил и думал, что типа они там, знаете, отдельный ролик, блять. Ой, ёбаные дрочеры. Это так смешно на самом деле. Тут дроц, братья, два брата, нож и автомат. Подозревали подозреваемого в убийстве туриста из России. Тут дроц. Что-то здесь нечисто. Ладно, оставлю это расследование для очередного выпуска Panda FX против. В общем-то, вот столько интересного про нас, фиферов, и пишут. Если вам понравился этот видос, поддержите его лайком. Я старался хоть как-то вас развлечь. Типа, как и говорил, геймплей FIFA уже заебал, поэтому надо как-то выкручиваться. С вами был я, Panda FX. Всех люблю, целую, обнимаю и всем хорошего настроения. Покедова.